Привет, друзья! Наконец-то я вернулся из дальних странствий. Как и обещал, создаю с моим участием то, за что проголосовали подписчики. Порадовало, что более 100 человек откликнулось, 106. Голоса разделились, 76 человек хочет турнир с моим участием. 30 человек хотело бы играть как обычно. Турниры мы никогда не проводили, и поэтому вот я обещал, что это будет в пятницу вечером. Но так как на Личесе мне совсем не понравились условия, которые они предлагают, там они, может, интересные, но я на таких никогда турниров не играл. Я поэтому создал привычный турнир для всех. Вот вы видите вот название «Шахматы с гроссмейстером». И перенес его на 12 августа, на 11 часов московского времени. То есть с 11 часов московского времени я начну трансляцию. В 11 часов 11 минут будет запущен первый тур. Туров я сделал, как вы видите, 13. Ну, с одной стороны, это, конечно, не 30 с лишним, и тем более не 50 там с лишним партий, которые были в трансляциях Blitz со мной. Вот, но все-таки больше, чем 7 или 9, мне кажется, что это правильно. Вот. Что еще хотелось бы сказать? Длительный переезд, не было совершенно возможности записать, но обязательно сегодня появится видео с какой-нибудь интересной прокомментированной партией ближе к вечеру. По этому турниру объясню, почему перенес, планировал в пятницу вечером в 21:00, даже сроки озвучил, перенес на воскресенье, потому что пятница платный день на шахматной планете, а по воскресеньям могут играть все желающие. Итак, пароль будет под описанием вот этого видео, которое вы видите, и плюс под трансляции, когда она начнется. То есть в любой момент можно будет войти. Пароль увидите. В общем-то, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Включайтесь в турнир.